Утром 4 июля в дежурную часть госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП в частном секторе на улице Приморской. На месте сотрудниками дорожно-патрульной службы установлено, что водитель самосвала ФАВ, двигаясь задним ходом, совершил наезд на автомобиль Kia Bongo. От полученных в результате аварии травм водитель грузовика скончался на месте до приезда медиков. Водитель самосвала получил травмы. Его доставили в Магаданскую областную больницу. В настоящее время на месте ДТП устанавливаются все обстоятельства произошедшего.